Я приступаю к третьей лекции, Ее, то есть четвертой лекции. Ее тема Свобода или ответственность за все, что мы творим на Земле. Вопрос на пути к новой ноосферной науке об управлении. Мой лекционный курс построен таким образом что все 13 лекций образуют единое целое. Каждое звено сцепляется с предыдущим и, и дает импульсы для понимания смысла последующих лекций. Это первая особенность моего лекционного цикла. Вторая особенность моего лекционного цикла состоит в том, что я исхожу из логики повторения мать учения. Но каждый раз, когда я повторяюсь, я повторяюсь необычно. Каждый раз повторение будет погружаться в все новые и новые контексты. А новые контексты будут одни и те же понятия, которые звучат в моих лекциях, будут эти понятия разворачиваться новыми и новыми гранями, смысловыми гранями. И так и должно быть, потому что одна из главных задач моего лекционного цикла состоит в том, чтобы мы осознали, что эпоха великого эволюционного перелома, которую мы переживаем, одновременно есть сферная революция в разуме и в системе смысла бытия человека. Вот я так и назвал свое, одну из последних своих больших книг. А в скобочках добавил «Основы на сферах мировоззрения, науки и практики». Итак, я перехожу к первой части названия моей лекции. Свобода или ответственность за все, что мы творим на Земле. Вообще категория свободы очень сложная. Возьмем цикл стихотворений Пушкина. Сколько раз у него категория свободы звучала, или нет, даже не категория, а более правильно сказать, слово «свобода» звучало в разных контекстах, в разных формах его поэтического творчества пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим свои душевные или духовные порывы. Сейчас вот здесь я мог чуть-чуть ошибиться. Свобода – категория пришла к нам из Запада. Если взять ментальность древнего русского человека, ну хотя бы погрузиться в романы Дмитрия Балашова, например, целый цикл «Святая Русь», где в одном из циклов «Святой Руси» целый роман посвящен Сергию Радонежскому, то там главной категорией была воля. А смотрите, воля. Воля к жизни. То есть воля как черта характера. Как упорство к достижению заданной цели. Воля как простор. Воля вольная. Вот это воля вольная. Вольное вот этот, э, то есть простор, на котором распахивается душа человека. И одновременно воля, как простор, вела человек, русского человека и привела к появлению российской цивилизации. Холодный климат, низкие температуры. Рисковое земледелие, но для средних широт, я уже не говорю о северных широтах, о Вологе, о Вологодских, Арканских областях, там о, 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 о сельском хамахзяйстве, которые вели Поморы, э, дальше Сибирь, Якутия, например, я там часто бываю. То есть, конечно, это хрупкие биогеоцинозы или экосистемы. Опять еще повторю, рисковое земледелие. Две недели, вот средних сироток, на посев. Две недели на уборку урожая. Исследования знаменитых ученых Борисенко и Посецкого, которые исследовали и по летописям, вот тысячелетнюю историю России, показали, ну, по крайней мере, приблизительно до а 18-19 веков через каждые 3 года, с цикличностью 3 года, на Руси был голод. Ну, такой голод, конечно, не сильный, когда пояса затягивали, но бывали, и через каждые 11-13 лет сильные голода, сгибели людей. Причем каждый раз причины разные. Или ведра. Дождливое лето. Полегший, по, по, полегший, хлеб не скосить, не убрать. Либо жестокая засуха. Позже, немножко, начиная, когда земледелие улучшилось, появились это, севообороты. Вот, появилось, все-таки уже двинулось вперед наша Агрономия, агрохимия или аэробиохимия. То есть здесь были, да, конечно, получены достижения. И в первую очередь, конечно, за счет правильных севооборотов, укрепления почвы. Ведь не случайно ни одна страна мира, а именно Россия, лице знаменитого ученого Василия Васильевича Докучаева. Кстати, тоже титана эпохи русского возрождения, учителя Владимира Ивановича Вернадского, нам подарила наука о почве, почвоведение, наука о черноземе. Мы, русские, должны гордиться русской наукой, не имеющей аналогов в мире. Такой синтез, который делали русские ученые, ни в одном мире не сделано. Василий Васильевич Докучаев, Дмитрий Иванович Менделеев, таблица Менделеева, периодический закон Менделеева. Это подвиг ученого. Но в рамках русофобии, во всех школах Соединенных Штатов Америки, более полувека запрещается имя Менделеева. Вот вам и русофобия. И на этом фоне, конечно, Смердяковщина. Не всех, я не хочу э, охаивать всех либералов, есть а идеологические либералы, которые искренне верят в свою и так далее, и являются патриотами. А либерализм, либерализм рознь. Но огромное количество именно в рамках вот этой либеральной идеологии породило количество западников. Которые стали, особенно сейчас, ярыми русофобами. Но их ждет тяжелая судьба. Их ждет катастрофа. Катастрофа тех, кто уже приехал на Запад при жизни. Ну а если они более-менее сумеют свою жизнь закончить, то катастрофа их детей. И внуков, и правнуков. А у многих может случиться катастрофа наподобие катастрофы Березовского. Судьба Березовского – это судьба либерала, олигарха, который был выкинут в мусорный ящик более высокими эшелонами английской капиталократии. Потому что есть пирамида мировой финансовой капиталократии, и весь наш олигархат никогда не будет допущен на верхний уровень этой пирамиды. Он будет оставаться все время внизу и ходить, выражаясь на блатном языке, в шестерках. Но этого не понимают. Многие либералы, искренние либералы этого не понимают. Но я немножко ушел в сторону. Вот свобода появилась у нас воля. Воля глубокая. Глубок. Свобода появилась на Западе. И она появляется на Западе вместе с ростом эгоизма человеческого который стимулируется поднимающимся капитализмом. Знаменитый наш современник, российский ученый Валентин Юрьевич Катасонов, я считаю его выдающимся политэкономом современности, он написал работу, где появление капитализма продлил глубину истории вплоть до Рождества Иисуса Христа, то есть плод до начала нашей эры и даже до нашей эры, и связал, и связал ее с ростовщичеством, с появлением, как он сформулировал, понятие денежной цивилизации, когда деньги становятся товаром, не только деньги посредник товарных обменов, а деньги – становится товаром. Они отдаются в долг и должны приносить прибыль. Только потому, что они отдаются в долг. Нужно возвращать с увеличенным количеством денег. Это и есть ростовщичество. Ростовщичество христианство было запрещено. Поэтому Константин Клуги, поднимая древнюю догматику учения Иисуса Христа. Константин Клуги – это наш русский мыслитель, иммигрант, белогвардеец Иммигрировал в Харбин. В Харбине он познакомился с Пьером Таяром де Шарденом, стал сторонником Пьера де Шардена. А Пьер де Шардена тоже сторонник понятия ноосферы, но развивал учение на Нарсперы, альтернативное Вернадскому. Он развивал на понятие неоспер, как сферы разума, и базируясь на католической теологии. Я не буду вдаваться в концепцию Пьера Теяра де Шардена, но Константин Клуги с ним познакомился. Вот, под влиянием теологии, католической теологии Пьера Теяра де Шардена, он углубился в историю христианства и написал книгу, которая была опубликована в Париже в 1955 году «Коммунизм Христа». В этой книге он показал, цитируя в том числе апостола Павла, он показал, что хри... хотя приоритет понимания коммунизма Христа ему не принадлежит, о коммунизме Христа по-своему писал и Карл Каутский, известный марксист немецкий. У него целая серия работ посвящена происхождению христианства. Ну и это, в общем-то, известные, известные истины, это христианские общины. Кто не, ку... кто не работает, тот не ест. То есть вот этот уравнительный, уравнительный коммунизм христианский – общинах община, взаимопомощь соборность оттуда вытекала коллективизм но одновременно одновременно вот иисус Христос который проповедовал вот этот христианский коммунизм он выступил против ростовщичества. он изнял менял из храма а кто такие менял современные банкиры они вышли изменял. То есть знал, и знал банкиров из Храма. И апостолы, и учение Христа было осуждено сребролюбие. Вспомните знаменитый роман Михаила Булгакова, который в фильм был поставлен «Мастер и Маргарита». Вообще «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова глубоко закодированы романа. Даже литературоведы, писатели, знаменитые писатели, так и не поняли структуры романа «Мастер и Маргарита». И те сценаристы, режиссеры, которые поставили знаменитый фильм «Мастер и Маргарита», они глубинного смысла «Мастер и Маргарита» не поняли, и фильм их не передает. То, что я скажу, принадлежит как открытие мне лично. И оно связано с моими глубинными разработками теории времени и пространства, в том числе разработкой системы генетики как общей теории генетики в разных системных мирах. Масса и Маргарития действует осуществляется трех временных слоях верхнее пространство временной слой. Его условно можно назвать пространство время вечности. Это пространство время зафиксировано в споре и Иешуа, который есть Иисус Христос, с Пилатом, который послал его на казнь. между Иешуа и Пилатом разговаривается такой разговор. Он обвиняет Иисуса, что его сторонник его учения, который собирал подати с Израиля, там подати с, с людей, выступил против диктатуры денег, против ростовщичества и выбросил собранные подати, то есть деньги, пыль дорог. И Пилат говорит, как? Если деньги летят, пыль дорог, то это рушится весь мир, потому что этот мир построен на деньгах. И тогда в Израиле, фактически, если следовать вот такому образному типу денежной цивилизации строю денег по Катасонову, уже там присутствовал так называемый ростовчический денежный капитализм. Но вот коммунист Христа выступает как противоядие против этого ростовчического капитализма, который царствовал в Израиле. И если рассуждать чисто такой простейшей логикой, то восстание коммунистическое восстание Христа против диктатуры ростовчичества в, в древнем Израиле и привело к тому, что он был послан, осужден судом израильских священников судом, и послан на крест. Но апостолы повнесли весь Иисуса Христа по всем народам. И опять в Христе все равны. И у иудеев, и Эльнин, и Варвар. То есть там, там была проповедь дружбы всех народов. Во Христе, теле Христовом. Но эта дружба именно на базе вот этого коммунизма, где нет диктатуры денег. Где все равны где нет царства ростовщичества. А начиная с IV века, с появления, как трактуют православные теологи, например, Константин Скаходовский, Скорходский – это наш православный мыслитель конца XIX века, начала 20 века, лежит у меня такая книга в моей библиотеке. Он папизм назвал ересью с позиции православия. А в чем состоит? А в том, что папа является наместником Бога на земле. По православию это и ересь. Есть только один Бог, там только на небе. И отсюда, провозгласил. Папа, который наместник, появилось второе. Что все кесары подчиняются папе. Все власти подчиняются папе. Ну а для того, чтобы было подчинение, значит, папе должны подчиняться и деньги. И вместе с папизмом с IV века христианство разбилось на две ветви – православную Поэтому православный мыслитель Сергей Николаевич Булгак у нас и оставил целую книгу, посвященную христианскому или православному социализму, который сохранился до сих пор и сохраняется православие. И вторая ветка капитализация христианства, которая привела к торговле индульгенциями. То есть можно было не ходить на исповедь. А покупать свою исповедь, платить деньги, и те давали индульгенцию, что твою исповедь приняли. И исповедь стала товаром. Ну а дальше появляется банк, уже свой, у Папы Римского позже, вместе с торговлей, ну и как ветка, как коль и шла капитализация католичества, то более жесткая стала протестантская реформация, которая вступила в конфликт с католичеством, битве за власть. Лютер провозгласил отделение немецкой протестантской церкви от Папы Римского, вслед за ним и появляется англиканская церковь, которая тоже отделяется от Папы Римской, знаменитые войны Кромвеля, буржуазная революция в Британии, она носила в том числе антикатолический характер, конфликт Британии с Ирландией, который остается верным католицизму, и который продолжается до сих пор. Ну и, наконец, следуя Максу Веберу, к чему привело, привело католичество? Капитализму, строя мировой финансы, капиталократии, глобальному империализму, господству капитала над всем миром, колонизации всех народов, уничтожению всех индейских народов на 90% в Америке. Это преступление западной цивилизации уничтожение народов в Африке. Почти все страны Западной Европы стали империями и колонизаторами. Торговля неграми. И они собираются учить Россию, имея за этим свою кровавую историю. И либерализм, и свобода в этом плане, как провозглашение эгоизма, индивидуализма человека, явилось закваской, если использовать эту метафору, восхождение хлебов капитала расизма, затем гитлеровского фашизма, исходящих хлебов технотронного цифрового фашизма, когда собираются загнать цифровой, цифровой технотронный лагерь все человечество. Но за этой свободой была свобода торговли. Вот свобода, свобода. В первую очередь за ней стояла свобода сверхобогащения. Свобода сверхобогащения. Ну а свобода сверхобогащения выступала против христианского милосердия. Она выступала против христианской заповеди. Она выступала против любви к ближнему. И поэтому я еще раз зачитаю по принципу повторения мать учения. Ну, конечно, даже не столько в соответствии с этим принципом сколько просто к использованию этой мысли Жана Батиста Ламарка, чтобы мы еще раз задумались над роковой ролью свободы в истории человечества, которая сейчас поставила человечество на край экологической гибели. Что поставило на край экологической гибели человечества? Свобода, которая привела к власти капитала над миром. Эта свобода есть свобода концентрации капитала в одних руках. Объявили мы свободу. Сказали, Советский Союз, там, где у нас все общее, общественное собственность на средства производства, где плановая система, кстати, самая эффективная экономика в мире, где мы обеспечили прогресс 10-12% в год, где фактически мы обеспечили все население бесплатным жильем, где не было бобжей, и если только человек приезжал в город, даже на работу сразу, вот сразу на работу, сразу все были обеспечены рабочими общежитиями, где у всех студенты, независимо, начиная сразу после окончания войны, уже с 1948-1949 года, были обеспечены студенческими общежитиями. Дело работало огромная сеть столовых и диетических столовых. И где было самое качественное питание в мире. Без этого пальмового масла. Где количество молока на душу населения в конце 80-х годов, где-то к 87-му году. Мы занимали первое место в мире. Американцы приближали по мясу. У нас было где-то, мы приближались 60-70 килограмм на душу населения у, у, у американцев США было где-то 125 килограмм, а по количеству молока мы заняли первое место. Где сливочное масло у нас было самое качественное, где квашеный капусты в магазин продал просто дешево, ешь ешь не хочу квашеная капуста провансаль. Таких сортов квашеной капусты было несколько десятков. Где килька бочками стояла в 1954 55 году. И продавалась по 15 копеек за килограмм. Где хлеб столовых был бесплатен. Бежал горками. И мы, студенты, когда не хватало, а я слушатель академии, когда деньги кончались, пошел в столовую, булочку, и все прочее. Булочка стоила с изюмом 5 копеек. При тех больших деньгах, когда зарплата была в среднем где-то 500 рублей, а в целом 1000 рублей, там были другие деньги. И вот эта экономика, которая давала, обеспечила прорыв в космос, которая обеспечила замкнутые технологические цепочки, экономика, которая предъявила впервые миру, я считаю, гениальный план, это, это гениальный прорыв всего человечества, 15-летний план Сталина по лесонасаждению, борьбы с засухой, который до сих пор Спасают нас от засухи средние и южные регионы России. Сейчас надо сажать леса. Если мы сохраним климат. Не с углеродной э, бороться с энергетикой. А поставить перед всем человечеством план высадки лесов. Потому что леса обеспечивают нормальный климат. И его устойчивость так же, как и плантон при, при материков океана. Это все обеспечил советский социализм. Но нам не хватало, не, не хватало свободы. Диссиденты в Ленинграде, Санкт-Петербурге, в Ленинграде, Москве. Мы стали ездить, нам не хватало. Нам нужно было, мы ходили красивые в галстучки, в костюмы, в кепочку, у нас был свой стиль одежды. Нет, теперь давайте нам джинсы. Нам, на баллоне, вот там, короче, за что? За шмотки стали продавать, разрушать Советский Союз. Это называется мещанство. Великий пророк русской мысли Александр Иванович Герцен которого мы тоже не знаем, почитайте, было и думы. Сказал великие слова, которые мы сейчас пожинаем. Демократия есть воплощенное мещанство, которое переросло в потребительское общество и которое сейчас экологически гибнет. Вот это мещанство мелкобуржуазное сознание, которое сейчас в Украине процветает, моя хата с краю. Хуторское сознание. Кап-кап и только поближе к себе. Вот это мелкобуржуазное сознание только для себя. У нас были слоганы. Люби себя любимого. Еще какие-то наподобие этого. А как можно любить себя любимого? Там пустота. Любить можно только другого. Любить можно жизнь. У Джека, Холд... У Джека Лондона есть великий роман о любви к жизни, где человек шагает по ледяной пустыне, там сутками, лепта далее. Любовь к жизни. Но это выживание. Но за любовью к жизни стоит глубокие смыслы жизни. А за глубокими, за глубокими смыслами жизни, человеческой жизни, стоит предназначение жизни. А предназначение жизни чувствовать себя частью целого. А не заниматься пупизмом попизме есть инфантильность. Ребенку маленькую, который еще от мамы не оторвался, еще можно простить. У него появляется вот это я, осмысление своей самости. Но когда человек взрослый, так вот это я зачитаю еще раз Жан-Батиста Ламарка. Следствие беззаботного отношения к будущему а когда человек занят собой, вот для него будущее не существует. И равнодушие к себе подобным, а это человек, свобода в том виде, как нам ее пропагандирует и порождает. Человек сам как бы способствует уничтожению средств к самосохранению и тем самым истреблению своего вида. Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека заключается в том, я здесь жан Батиста Ламарка поправляю. Не человека вообще. А рыночно-капиталистического человека. Того, кто исповедует свободу для себя. Ну, как мама воспитывает детей. И сама говорит, я никому не должна. В школе делаю замечания, Мой ребенок никому не должен. Извините. А в конце жизни вы хотите пенсию получать? Если вы прожили, никому ничего не, не неся никакого долга, а за что вам должно государство пенсию платить? Пенсия-то появляется, как ваш клад в общий котел, в общее дело, своим трудом. Прибавочный продукт всего общества – А вы, оказывается, ни никому ничего не должны. Вы не должны, вам не должны. Вы умираете и наплевать. И что дальше? А дальше рай или от, если рассуждать православному. Но там апостол Петр при вратах в рай спросит, а что вы оставили на земле? Жить для себя, не служить другому, это и есть сатанинское начало. Бог созидатель, Бог творец, и он нас, как человек, созданный по образу и подобию Божьему, он тоже должен творить и обогащать этот тварный мир, который Бог нам оставил и оставил нам наследство, и, и за которое мы должны отвечать. Все живые твари наши братья. Бог оставил нам, сказал, вы, говорит, берегите их всю жизнь на земле. А сатана разрушитель. Даже у Лермонтова в демон, который хочет любви, мучается, но как, как у разрушителя его поцелуй смертельный? Потому что он несет всему миру начало смерти, начало его гибели. И вот теперь вся рыночно-капиталистическая система, если использовать метафору сатаны, метафору превращается в сатанинскую систему, потому что она начинает экологически убивать человечество и в окружающую природу. Так я продолжу это, остановился. Так поэтому можно, пожалуй, сказать, что назначение человека, вот именно рыночно капиталистический человека, заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания. Вот и приехали. Капитализация христианства, с которой я начал, привела к дехристианизации Европы. Как пишет Израиль Шамир, у него книга «Власть Кабылы. Не, «Каббала власть» это называется. Как пишет Исраиль, Исраиль Шамир, это израильский журналист, известный публицист вот, довольно четко что еще в церквях нет прихожан, в западных церквях. Церкви пустуют, зато биржи заполнены брокерами. Все торгуют, Вот недавно вчера я прочитал заметку в газете Советская Россия и узаснулся. Узаснулся просто по-человечески. Огромное а количество украинских женщин, которые убежали в Европу, поверили в Европу, Украина це Европа. И которые рассерялись, потому что там Европа их не ждет. Но на них, как пчелы на нектар, слетел, слетелись сутенеры, которые увидели в этих женщинах, красивых славянских женщинах, сексуальный товар, который заполнит рынок для этих фашистующих Западоидов, выражаясь языком Зиновьева. Так это цель Европа. К этому мы стремимся. Свобода делится на две категории. Свобода от и свобода для. Вот знаменитая поэма Лермонтова «Цири». За решеткой сидит, смотрит небо, птицы летают, птицы свободные. Они на просторах, там воля. Это свобода от. Освободился, вышел из тюрьмы, освободился от заключения, ворота вспахнулись. Любой заключенный, кто посидел, сидельщик, сразу чувствует свободу. Это свобода от. Дальше начинается сложность. Поружаешься в социальные процессы, надо найти свое место, надо устроиться на работу, трудиться. Так вот, многие используют свободу ⁇ Да ⁇ Я никому не должен. Это свобода ⁇ От ⁇ Свобода ⁇ От ⁇ достигает безраздельных размеров. Человек капсулируется в себя, он никому не должен. Он заполняет своей собою, весь мир ему должен. А он не должен. Весь мир ему обязан. А он не обязан. Сын убил отца недавно. Прошли ролики по телевидению. Отец отказался менять квартиру. Отец обязан мне я захотел разменять. Вот это сын отца убийства. Он отсюда вырос. Из этой абсолютизации свободы. Вот. Да плюс еще с поклонением деньгам. Это будущее, это не будущее, это уже созревший фашист. От либерализм, который атомирует человечество, атомарный либерал, это уже фашист. Это зерна нацизма, которые так созрели на Украине. Когда на фоне олигархата, который рождает почву, и у нас, кстати говоря, тоже появилась Ласовщина. Я был на защите, не буду называть фамилию этого докторанта в 2014 году я буду называть диссертационный совет, докторская докторскую по истории на да, доктор Саринок, апологитирующая и реабилитирующая Власова и Власовскую армию, которая творила зверство. Там Бандеровщина, а это Власовщина. Жестокости и преступления армии Власова не уступает а, преступление преступлениям УПА во главе с Бандерой. И те, и другие служили Гитлеру, гитлеровской армии, гитлеровскому фашизму. И те, и другие окровавлены не по колено, по пояс крови сожженных деревень, виселись а бандеровцы еще резали, людей распиливали по живому на куски. У меня есть знакомый, мой коллега, у которого он тоже возок отца, который воевал с бандеровцами, когда он попал в плен, вот так распилили на куски. Ну, так же, как Чеченцы, которые воевали против нашей армии еще в те времена, первые войны через Дудаева, молодому солдату, который отказался принимать ислам, и отказался, отказался сохранить христианство, и отказался снять крест, Отпилили по живому голову. Причем отпилили пилой. Его имя Родион. Вот такие. Это свобода от. А есть свобода для. Это свобода творчества. Свобода созидания. Энгельс нам оставил великую Великое определение свободы. Свобода ⁇ есть осознанная необходимость. А необходимость связана с тем, что мы являемся частью целого. Это, это часть целого, связь целого начинается с семьи, семейного воспитания, со школы, с города, с малой родины, с большой родины. Патриотизм, а слово патрия, отечество, служение отечеству, родина, родители, род. У нас корень великий, род. У древних славян главным богом был бог род. А потом он, кстати, делился на три единства. Бог род состоял из бога огня, бога молнии и громовержца Перуна, бога плодородия Велеса и бога, который охватывал все, дождь, дождь бога. Ну, иногда волосы, есть созвездие волосы на древнерусском языке. Но само понятие рода, род, отсюда семья, род, родители, родина, это очень глубинное русское слово поэтому свобода великое слово свобода равенства и братства но это великое слово приобретает смысл тогда, когда оно является, подчиняется категории ответственности, когда она переходит в долг. А совесть – есть внутреннее дозаслование. Она сформируется с раннего детства. До вами перед родителями я часто задаю вопрос, когда э, вот читаю лекции там и так далее перед сидящими в зале. Скажите, кто должны перед вами? Вы должны своим предкам, когда у вас возникают проблемы, или предки перед вами должны, что так жизнь у вас не очень удачно складывается? И я всегда отвечал долг односторонен. Всегда здесь действует историческая асимметрия времени. Если вы ходите своей историей, значит, вы обладаете историческим достоинством. Только тогда вы можете себя считать частью народа, потому что народ делает историю. Если вы гордитесь историей, вы гордитесь своими предками. А если вы гордитесь предками, вы несете ответственность перед теми поколениями, которые дали вам жизнь. И вы должны улучшить эту жизнь, передать следующим поколениям. И это должна быть и совета улучшения жизни общества. Улучшение жизни страны, Рос ее богатства и гармонии. Гармония это закон бытия целого. Поэтому свобода это условное понятие, а гармония абсолютное понятие. Любое целое подчиняется закону гармонии. И гармония нам ставит ограничения. Свобода тогда, когда вы знаете свои ограничения а ограничение – это духовно духовность и нравственность. Значит, у вас должны быть духовно-нравственные скрижали, духовно-нравственный мир, и только на его основе свобода приобретает величайшие смыслы и переходит то, Великое творчество с большой буквы, которому будет аплодировать вся природа Земли и вся Земля гея, как живая планета, а мы дети этой Земли. И это и есть переход на сферу, и это и есть на сферное мировоззрение – и это и есть переход к трансферизму новому пути развития. И повивальной бабкой этих родов, родов действительно ноосферного разума, я надеюсь, станет Россия, русская российская культура, наша величайшая кооперация 200 народов, народностей, племен, национальностей, где главным скрепом Выступает русский народ, русская культура, русский язык. Спасибо за внимание.